1 сентября готовимся вместе. В школе в Загорянском, которая откроет свои двери после капитального ремонта, проходят последние приготовления к Дню знаний. В минувшую субботу коллективу подрядной организации, завершающей здесь исполнение госконтракта, помогали многие неравнодушные и заинтересованные жители, родители, учителя школы, активисты из «Молодой гвардии». Приехали и депутаты. Надо сказать, что к этому учебному заведению, к его открытию 1 сентября, у местной власти повышенное внимание. Детям из Загорянского пришлось на протяжении 2 лет учиться в школе соседнего микрорайона. Это произошло по вине предыдущего подрядчика, бросившего работы. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков принял жесткие меры. На объект вышел другой производитель работ. Последний свой приезд, мы об этом рассказывали в нашем репортаже от 3 августа, Андрей Булгаков проверил подготовку школы к открытию, привлек к контрольным мероприятиям членов инициативной группы родителей. Сегодня они пришли сюда мыть окна и полы. Школа для нас – это наш второй дом. Здесь тепло, здесь светло, здесь такая обстановка, что каждому человеку хочется помочь другому, понимаете? И дело не в том, что субботник, нет. Это мы свой дом приводим в порядок. Вы знаете, мне просто очень обидно за эту школу, действительно, что, во-первых, такой исторический объект, да, который в войну строили, и, к сожалению, ситуация, которая получилась с капитальным ремонтом, да, то есть, за нее, действительно стыдно. Вот, и мы все работаем для того, чтобы эта школа вновь открыла свои двери с 1 сентября. В связи с таким ходом событий просим прощения у наших родителей, у трудового коллектива за вот такую задержку. По наличию таких обстоятельств неожиданных пришлось долго работать над этим вопросом и технологически, и организационно. В День знаний, когда школа в Загорянском начнет работать, сюда вернутся учиться 300 детей. Эта школа, я могу сказать, она семейная, она домашняя. И ее называют Загоряночка, наша Загоряночка. Поэтому все, еще раз хочу повториться, с нетерпением ждут 1 сентября, когда снова школа откроет двери для своих любимых учеников и учителей. В Загорянской школе идут последние приготовления к 1 сентября. После сложного капитального ремонта, включающего в себя и усиление конструкций, и замену лестничных маршей, коммуникаций, здесь сейчас завершается отделка помещений. Готовность школы на эту минуту 99%. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.